Давай. Всем привет, с вами Макс Риск. И сегодня я вам расскажу, типа того, новый текст по названию «Совет для бойцов». Начинаем. Но перед началом ролика я прошу вас подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк. Ссылка в описании на прошлую серию. Она получится просто офигенной. Ссылка в описании. Ну, сегодня мы расскажем совет для бойцов. Никогда не оставляйте очки действия, пока не запланируете сойти с пути, вроде бы. Значит, за перевод такой у нас. Никогда не оставляйте очки действия. Никогда не оставляйте очки действия, пока не запланируете сойти. Точка. Используйте все 4 маршрута слота на одном и том же мутанте. То есть 4 слота. Так, первый мутант 8 уровня силы. Это очень мощный мутант, на мое мнение. Ладно. А, двойка можно. Давай двойку. Потому что нужно тест сделать для ролика. Значит, 4 путя. Для чего это? Скажи мне. Тут у меня 3 путя. А есть 4. Это очень-очень-очень важная информация. Так, дальше читаем. 4 путя маршрута слота на одном и том же мутанте, чтоб съесть очки действия, если у вас ограничено время. Очки действий. Это значит, что типа того, баллы какие-то появляются. Если кто не знает, то что-то как-то не в курсе очки действий. Непонятно. Акция, что ли, новая? А ну покажи акцию, я что-то не в курсе. А, пусто. Вообще ничего нету. Акция пустая, смотрите. Капец, все размыто. Да, прикольная акция, начнем. В общем, что-то нам тут должно давать на время даваться. Вот всякие штучки. Соберем всякие интересные наградики. И пока я подготовлюсь к читанию этого слова. Всяких текстов. Он, конечно, короткий, тонкий и точный. Даром. Конечно, соберу даром. Берите сюда, заходите, собирайте, нажимайте функции. Я знаю, что операция взлет самая низкая по награде. Не, по-моему, самая высокая. Не, ну нормально, в общем. А, да видите, получить. Ну, в общем, тут есть время, кто не знает, 8 дней, еще на неделе почти, да? И потом вам что-то выпадет. Образец взлета. По того. Так, тут у нас тоже есть бесплатно, кто не знает, то смотрите, следующие ролики, наверное, нам подсказывают. В общем, вот защиты, всякие интересные штучки. Так, дальше читаем, давай. Так вот. Так, мутанты, кома. Чтобы съесть очки действия, если у вас ограничено время. Это также поможет повысить уровень бойца. Давай покажу на примере. Так, что это такое? А, все нормально. Давай, первый пошел, второй пошел, третий, четвертый. 4 нам нельзя, поэтому 3. Потому что мы не начинающие, ё-моё. На 2 ранг. Я не так уж сильно качаюсь. И тем более у нас меньше солдатов. В общем, фишка. Так, мы делаем 1, делаем 2. И смотрим, чтобы таблица не упала до 0. Делаем 3. Таблица упала. Нам не нужно. Не, ну хоть вот. Побить сложно. Нам нужно, чтобы победить сложно. Нажимаем. Первый пошел, потом второй пошел. И они получают все очки действий. Все эти воины, солдаты, точнее. Да, вот этот воин получает. Солдаты это не важно, а вот воины это важно. Победить сложно. Что, победа? Нет? Ну все, значит. Ща, подождите. Это последнее. Я хочу вам сдать такой сложный жар, что просто вы все будете убивать. Видите? 3 сражения. Так. Двое сражаются, где-то третий как-то не сражается. Но мы так уже вырубаем. А, так, кто-то из них они получили, не получают опыты. Все они получают опыт, это очень-очень выгодно. Поэтому разделяйте, это вам большущий гайд. Дальше продолжаем. Там комментарий напиши. Что ты хочешь? Продолжение какое-то? Или что-то типа того уж там? Так, номер совет 2. Совет по развитию города. То есть, как развить город и совет для бойцов. Совет по развитию города. Это типа то я название так думаю. Так, совет по развитию города. Я рекомендую спешить на уровень 18.
Ого! Уровень 18, я только до 10 доходил раньше. Вы разблокируете войск 3 уровня. Я 2 уровня разблокировал. Не тратя денег. Не тратя денег, вообще шикарно. И собрав всего около 50 миллионов ресурсов. Ого! Я могу ускорить на 18 уровень города за 7 дней. Ого! Используйте все компакт-диски и ресурсы. Используя все компакты-диски и ресурсы, которые вы получаете при прокачке. Не бойтесь использовать ресурсы и ускоряйте. С каждым уровнем города вы получаете много ресурсов. То есть я не боюсь. То есть я должен прокачивать, чтобы вырасти, прокачать до 18 и так дальше. Блин, хороший гайд. Все остальное оставьте совет, который у меня... Я не понял. Все остальные советы, которые у меня есть, покрыты Rovindo Lol. Это его авторские данные. Rovindo Lol. Спасибо большое. Вообще на английском он такой вот. Понятно, что качать. О, у меня же 6-й, офигенно. Давай качай, давай, что стоишь, давай. Нам говорят, нужно качать и ресурсы тратить на эти прокачки. Чем больше левел, почему я должен прокачивать, я вам скажу. Кто не знает, вообще кто не знает. Сейчас, подожди. Ё-моё! Целая пустыня, вы чё прикалываетесь? Это чё, пранк? Это наша ракета? Она не защищена? Слушайте, я на базу, бомбасу, потому что защиту нужно... в этом защите красавчики. Раз, пошел, два, сколько воинов. Тоннер базу не захватит. Вот наш лидер. Стоп. Я за зеленых. Чё? А потом. Мы атакуем на них. Все нормально. Значит, вот. Наша база. Так, покажите подписчикам. Вон он сидит он. Видишь? Покажи, реально он сидит на кресле. Классно придумали, кстати. Значит, вот так вот. Развивайте. Чем больше развивайте, тем самым вы сможете. 12 уровня победить врага. Сейчас вам покажу, там враг уже есть. Отлично, просто судьба какая-то. Так, вот эти врага. Мы сможем победить его из-за того, что у нас будет прокачан. У нас будет 18 уровень. А у них что там? Он зеленый. Главное прокачивать. Вот 12-й, а у нас 18-й, ха-ха-ха, 11-й. Видишь? Главное что? Правильно, прокачка. Главное прокачиваться. Я бегом это делаю. Только вот что-то нам не говорится, не хватает. А ну иди сюда, прокачивай, ё-моё. 50 секунд. Конечно, прокачивай. Нужно целый час ждать, даже если 8 часов, 8 дней, да? Давайте покажу. Вот тут пишется вам, ждите один день. То вы берете? Просто ускоряйте. И все, друзья. У вас будет 18-й. Какой 7? 18-й. Это так легкотня просто. Чего вы это не делаете? Лабораторию не прокачивайте ее. Потом прокачаете. Сначала уровень. Потому что, знаете почему? Потому что, чтобы туда добиться, нужен какой уровень? 10-й. Ну, это пример. Ну, я не знаю. О, стройка, 3-й. О, туда 3-й. Видишь сколько? О, 3-й, везде 3-й, везде. Нажимаешь, исследуй. Все, исследуем. Вот так вот. Также этот искать кучу ресурсов полезных. На всякий случай, если нужно выйти. Также собирай войск. 4 войска. Атакуй, собирай, улучшай, блин. Все же написано. Чего ты ждешь? Давай, прокачивайся. Как будто какая-то мотивация, да? Значит, смотри, вот сейчас найду врага. Ого, ё-моё. Поиск, мне только доступен 3-й уровень. Сейчас, смотри, повторяю. Следи за мной внимательно. Берешь солдата, любого, мне все равно. Берешь вот этого. Победить сложно. Вот так вот. Раз пошел. Давай, ё-моё. Два пошел. Давай. Так вот. Не мощный. Мы хотим всех персонажей прокачать. Потом покажу, где это все прокачивается. Кто не знает. Сейчас все будет. Второе пошел. Мы, конечно, вырубаем, конечно, мощно. Ну ладно. Видишь, как медленно вырубаем. Конечно, войск тратим, но нам не жалко. Потому что будем много раз клацать этим
мышкой, но много там этих воинов. Все, я всех позвал, видишь, сам. Ну, только один чувак там расследовал, все нормально. Итак, грубая, первый пошел. Три сам. Первый. И второй вроде бы. Что-то типа того. В общем, такой вот гайд. Еще не все. Еще не все. Наверное, сюда нужно зайти, почитать про него. Если хочешь, чтобы это почитать с удовольствием, почему бы нет? Так, значит. Улучшать тебе нужно. Вот, вот они. 400-600 очков. Стоп, Скотт, я же тебя прокачивал. 200 очков. Я не понимаю, что у Скотта меньше очков? Ладно, сейчас покажу тебе. Если я не докажу, то я не закончу ролик. Так, третий уровень. Когда побеждаем обезьян, тем самым мы прокачиваемся. О, они это не сказали. Они это не сказали. Четвертый. Пробуем, друзья. Так, Скотта берем. По любасу, Скотта. Скотт, ты где? Я хочу проверить. Давай, все, прям все. Хочу доказать подписчикам, что реально прокачаться Скоттом. Там, что опыты дают. Смотри, как даже рассенганом. Смотри, бой, смотри, бой. На. Все, прокачивался, Ордан. Так, отлично, говорит он. Я уже про это читал, ролика можно найти. Вот, видишь, 200 очков. 200 очков, это легкотня. Че ты стоишь, два дела. Опа, четвертый, даже это можно. Видишь, на время, да, на время вроде бы. Потом, третий, 40. Я не знаю, что будет дальше, но это будет муа, просто интересно. Ты всех персонажей должен качать, не одиночку. Всех должен. Тихо, нет денег, стоп, нет денег. Так, заберем бесплатно, потому что мне интересно, интерес появляется. И новый персонаж. Фускат, привет. Ухо-ху, Фускат. Ух ты, класс персонаж. В общем-то, вот так прокачивайся. И ты станешь самым сильным, по-моему. Левел прокачиваешь. Макс 3, ты не прокачиваешь? Сейчас, подожди. Вообще, прокачай, все будет норм. Во. И, друзья, не забывайте качать их. Ну да, конечно, когда вы прокачаете, вы, соответственно, можете улучшать только в том случае, если... Вот, кого-то давайте по примеру. Вот, 6 минут. А вам что нужно? Прокачать. Вам не сложно? Кидайте эти вот штучки. Они и так вам хватит. Вас так могут убить. Да ладно, шучу. Ну ладно, ждите, вообще-то. В общем, вам вот такой гад, спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск, ссылка на канал моего в описании, канал Макс Риск, канал Риск Сарздуба, канал общий Роблокс. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу есть какие-то подсказочки. Нажимайте и смотрите данные видеоролики. А всем удачи, всем пока, пишите комментарии, как продолжать мне читать про героя. Читать про героя. Так. Сэр Френис, если речь идет о морских путешествиях и сражениях, обращайтесь к Фрэнсису. Всем удачи, всем пока. Я это все буду читать. Если вы поставите лайкос, напишите в комментариях. Читай все герои. Пока. Подожди. А можно всех? Можно читать. А тут поделиться можно. Если ты досмотрел ролик, блин, да что, ты офигел, да? Все, вот, на, ха-ха-ха, ё-моё, на превьюшку, прямо годится. Смотри сам, о, го, офигеть, откуда я знал? Некоторые вообще не досматривают, им сама не знают. Если вы досмотрели, вы красавчик, вы чётки. Ну, это не важно, что. Смайлики самые офигенные. Поделиться. Отправить. В интернет. Лайк еще. Капец. Что происходит? YouTube! Новый YouTube! В зубе! Подожди, какая игра? Edge Waves! Но игра в Edge Waves and in English Edge Waves о возрасте обезьян, что понятно. Я уже изучил переводчик, что Edge Waves это возраст обезьян, Edge of Ares. Забудьте, это неправильно. Edge Waves переводится возраст обезьян. Пока. Подожди, прикольно вышло, да? Прикольно вышел ролик. То я запишу еще один ролик. Пока.